В эфире выпуск программы «День города». С вами Анна Герцовская. Здравствуйте. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город» готовы поделиться с вами новостями. Коротко о событиях нашего региона. 9-летний мальчик пропал без вести. Сегодня его обнаружили погибшим. Такие ситуации происходят часто от того, что детей оставляют без присмотра. Реки кипятка во дворах домов на улице Баженова. Представители управляющей компании решили оставить жильцов с проблемой один на один. Столетний юбилей отметила одна из рязанок. В своем возрасте она не перестает интересоваться политикой и читает стихи наизусть. Долгострой в Дядьково. Люди, купившие квартиры в этом доме, устроили митинг протеста и сняли клип о наболевшем. Сегодня с утра сразу несколько домов и детский сад на улице Баженова остались без света, воды и отопления. До этого на протяжении 4 дней пострадавшие наблюдали возле своих домов реки из кипятка. Во дворах, на дорогах, на траве везде была горячая вода. По словам местных жителей, их управляющая компания, почуяв неладное, решила оставить своих подопечных. В неприятный для граждан момент наша съемочная группа стала свидетелем того, как представители управляющей компании вывозят вещи из своего офиса. Вот такую тревожную картину парящих потоков кипятка жители новостроек по улице Баженова наблюдали с четверга прошлой недели. О том, что так быть не должно, по всей видимости, догадывались многие, в том числе и представители управляющей компании. Однако повлиять каким-то образом на ситуацию никто не смог. Неудивительно, что закончилось все аварией, в результате которой несколько домов и детский сад остались без света, воды и отопления. В нашу телекомпанию обратились встревоженные жители с просьбой помочь разобраться в том, что же произошло. Ведь, по их словам, им никто ничего не удосужился объяснить. Мы сами не знаем, нам, видите, никто ничего не говорит. Идет течь, кипятка происходит. И все эти 4 дня она идет, естественно, случилось замыкание. Сегодня мы шли в садик. Чуть ли не пожар, все искрилось. Я быстрее побежала с ребенком, схватила его. Вот. Потом отключили свет, отключили воду, отключили отопление. И говорят, мы не знаем, мы жалуемся везде. То есть звоните в телевидение. Однако оказалось, что в этих домах проживают и более осведомленные жители. Сложа руки, они все эти дни не сидели, правда, и повлиять на ситуацию не смогли. Зато разобрались, что к чему. Теплотрасса прорвалась. 4 дня лило. Залило нашу РП. Все оборудование залило. Как сказали мне, что там произошел взрыв. И все отключилось. Так как РП принадлежит ЗАО «Жилстрой», это московская строительная компания, она банкрот. Сети принадлежат ей, РП принадлежит этому «Жилстрою». Они никакого обслуживания не проводят. И, соответственно, ничего происходить за их счет не будет. Примерно то же самое нам сказали и представители управляющей компании ООО «Комфорт». От общения на камеру они не отказывались, но признались, что в данной ситуации от них ничего не зависит. Было доложено в теплосети диспетчеру об аварии. Вот. На что было отвечено, что теплосети не переданы, неизвестно у кого находится, устранять не будем. Вот. 2 дня до пятницы мы бились-бились со всеми, так и не выяснили, кому она принадлежит. Вот, после чего вот до сегодняшнего утра произошло короткое замыкание на РП-56. На данный момент какое-то решение в администрации принято, приехала бригада, но не могли отключить из-за садика. Теплоноситель есть вот, у них. Дальше не могу ничего прокомментировать, потому что не владею дальше информацией. Еще один факт, настороживший жителей. Именно сегодня управляющая компания «Комфорт» начала вывозить из занимаемого ей помещения свои вещи. Нам представители компании объяснили, что это помещение у них отсудил банк в счет долга обанкротившегося жилстроя, поэтому они вынуждены сменить место пребывания. Однако, как оказалось, у жителей другая информация. Сегодня мы звонили в управление энергетики. Нам сообщили, что ООО «Комфорт» уже признали себя банкротом. В пятницу уже было собрание по нашим вот домам. Они в курсе, они сказали, что они, возможно, там, от, опять же, энергетиков, возможно, нас перекинут на другую линию, пока разбирательство идет. Поэтому «Комфорт» это точно не переезжает, а
Убегают. Убегают. Мы решили вместе с жителями еще раз позвонить в управление энергетики для подтверждения данной информации. Это вам звонят с жилстроя, с улицы Баженова, 29. Вот я сегодня вам звонила по поводу того, что нам отключили электроэнергию. А вы не могли бы еще раз вот прокомментировать, что там произошло? Вот в пятницу было как раз собрание, вы сегодня говорили об этом, что Комфорт объявили себя банкротом. Кому я должна прокомментировать? Вот сюда сказать по телефону. Мне, а? Мне сказать по телефону. Меня зовут Светлана. Я сегодня вам звонила. Просто да, я сейчас я с соседями, вот я сейчас с соседями с телевидением. Мы хотели бы вот услышать еще нет, раз от вас. В телевидении никаких комментариев я не имею права давать. Так что извините. Вам я все сказала, больше я ничего. То, что в моей компетенции было. В реестре банкротов, кстати, данной компании не числится. Зачем было обманывать жителей? Непонятно. Тем более, что, по всей видимости, от управляющей компании в данном конкретном случае действительно ничего не зависит. Мы надеемся, что в ближайшее время последствия аварии будут устранены. В любом случае, мы будем продолжать следить за ситуацией. 19 ноября в субботу 9-летний Павел Ларин вышел из дома и не вернулся. На его поиски были брошены все силы. Представители правоохранительных органов и волонтеры не теряли надежды. Днем и ночью искали мальчика. Он пропал в районе поселка Дягилево, где жил с родителями. Сегодня с утра стало известно, что мальчик погиб. Тело ребенка было обнаружено в водоеме недалеко от его дома. Тревожные выходные и сотни небезразличных людей. В Рязани закончились поиски Павла Ларина, 9-летнего мальчика из поселка Дягилево. Он вышел из дома 19 ноября, чтобы покормить собак, которые живут совсем рядом, буквально во дворе его дома. Идти куда-то еще мальчик не собирался, но домой так и не вернулся. Вечером того же дня его родители обратились в полицию. К масштабным поискам присоединились администрация, местные жители, волонтеры и члены поисково-спасательных отрядов из Рязани и Москвы. Более 300 человек занялись расклейкой объявлений и прочесыванием мест. Район Дягилево был закрыт очень плотно, то есть буквально каждую улицу по несколько раз. То есть уходила группа, им давалась маленькая улочка, но они ее должны были по несколько раз вдоль и поперек пройти. То есть район Дягилево, район авиагородка, соответственно, и ближайший населенный пункт, ну, соответственно, центр города Рязани, тоже также был частично осмотрен, проверены парки, большие крупные торговые центры, места массового скопления людей. Поиски осложняло полное отсутствие информации и в связи с этим огромное число версий. В оперативный штаб поступало множество звонков. Люди говорили, что видели Павла, но ни один из фактов не подтвердился. К сожалению, добровольцы выдавали желаемое за действительное. Все волонтеры прекрасно понимали, что мы ищем не просто человека, а маленького беззащитного ребенка. Ребенка, с которым могло случиться все что угодно, любая беда, даже вот в условиях данной местности. Тем временем правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Однако в интересах следствия версии и ход процесса не разглашаются. Благодаря усиленным поискам спустя 3 дня, утром 21 ноября, тело мальчика было обнаружено. Водолазы подняли его со дна местного водоема. В настоящее время проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов, судебно-медицинского эксперта бюро СМЭ. Будет назначена медицинско-судебная экспертиза, дополнение к ранее назначенным судебным экспертизам, по оценке которых будет принято дальнейшее решение. Как Павел оказался у пруда и был ли это несчастный случай, еще предстоит выяснить следствие. Стоит отметить, что в этом году в России уже пропало более 5000 человек. Более 500 из них погибли и еще около 1500 найти так и не удалось. По статистике, каждый 10-й пропавший ребенок исчезает бесследно, а каждый 20-й погибает. Будьте внимательны к своим близким и предупреждайте родных, когда отправляетесь на прогулку. Эти простые действия могут помочь сохранить вам жизнь. Сотрудники ГИБДД посетили дом ребенка, где живут малыши в возрасте от 0 до 4 лет. Дети, привыкшие ежедневно наблюдать, в основном представительниц прекрасного пола в лице воспитателей, сегодня были удивлены приездом мужчин в форме. Однако это было приятное удивление. Малыши с удовольствием играли с сотрудниками ГИБДД, которые, в свою очередь, привезли с собой для них гостинцы. Вкусные гостинцы и развивающие игрушки. Всемирный день детей, который отмечают 20 ноября, принес множество эмоций крошечным воспитанникам Рязанского дома ребенка. Сегодня к ним в гости традиционно пришли сотрудники ГИБДД. Они всей семьей вместе с женами сдали кровь, а на полученные средства купили детям приятные сюрпризы. Уже
даже не надо спрашивать в очередной раз, что вам нужно. Как бы мы уже знаем, что дети любят фрукты, что дети любят какие печеньки, любят какие конфетки, что детям можно, что детям нельзя. Как-то у нас за многолетнюю практику уже сложились очень добрые и теплые отношения. Детишки уже знают их в лицо, и как мы их знаем все в лицо и по имени, потому что контингент едет один и тот же. Все девчонки и все парни с этого управления, поэтому мы их встречаем как своих родных волонтеров. Внимание, игры и живое общение. Дети, как цветочки, распускаются прямо на глазах. Многие из них являются отказниками или их родители находятся в сложной жизненной ситуации. С близкими дети видятся в лучшем случае по выходным, и появление больших мужчин в форме становится настоящим праздником. Сейчас в Рязанском доме ребенка 9 групп. В них занимаются ребята от 0 до 4 лет. Группы специально делают смешанными по возрасту, чтобы родные братья и сестры могли расти вместе. Однако дети поступают в разном состоянии, поэтому с каждым из них ведется индивидуальная работа. Как врачи диагностируют ребеночка, так же и мои воспитатели. И потом составляется индивидуальный план реабилитации, как по медицинской линии, так и по педагогической. Поэтому детки окружены наряду с врачами, с воспитателями. Здесь у нас еще и дефектологи, у нас здесь психологи. То есть здесь большой круг реабилитологов, большой круг сотрудников, которые помогают ребеночку совершенствовать и развиваться. У каждого ребенка здесь свой путь. Чуткие взрослые делают все возможное, чтобы дети социально адаптировались и легко общались со сверстниками. Ведь главная цель – помочь ребенку вернуться в семью, собственную или приемную. А для этого нужно расти счастливым, активным и здоровым. В стенах Рязанского государственного медицинского университета состоялся открытый урок. Его посетили школьники, которые в следующем году намерены поступить в этот вуз. Плановое занятие студентов медуниверситета состоялось в лаборатории VetLab. С помощью лапароскопического метода производилась операция. Подопытной стала свинья породы мини-пиг. Учебная операционная VetLab действует в Рязанском государственном университете имени Павлова уже год. Здесь работают на живых тканях интерны, ординаторы и практикующие врачи. В VetLab воссозданы условия реальной операционной. Операции проводятся на лабораторных животных, мини-пигах, анатомия которых максимально приближена к анатомии человека. Это прежде всего тренировка лапароскопических операций. Операции, которые делаются не через разрез, а через небольшие проколы, которые именно в техническом отношении самые сложные и требуют как раз максимального материального вложения, потому что все эти операции дорогие и, безусловно, они должны выполняться самыми высокими профессионалами. Такие условия позволяют студентам вуза отрабатывать сложнейшие операции на уровне тех, с которыми им в скором времени придется столкнуться на Всероссийской олимпиаде по хирургии имени Перельмана. В VetLab студенты отработали на лабораторном животном навыки проведения лапароскопических операций, аппендэктомии, холецистэктомии и наложения анастомоза методом лапароскопии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие отверстия, в то время как при традиционной хирургии требуются большие разрезы. Малая травматичность и короткие сроки пребывания пациента в стационаре, быстрое восстановление после операции, отсутствие болезненных ощущений, отсутствие послеоперационных рубцов – главные преимущества метода. При этом подобное вмешательство требует особых навыков от хирурга. Несколько операций. Самая простая – аппендэктомия. Все операции лапароскопические. Да? Это аппендэктомия, удаление аппендикса, аппендицита, чтобы было понятно. Холецистэктомия, удаление желчного пузыря. Резекция участка кишки с интракорпоральным анастомозом и удаление почки, нефроктомия. И после этого уже наши кружковцы будут тренировать кишечный анастомоз. У них через месяц примерно будет олимпиада в городе Курске, хирургическая. И как раз они в рамках подготовки к этой олимпиаде будут шить кишечный шов. Занятие студентов в этот день стало открытым. Его посетили школьники из Рязани, Тульской и Московской областей, уже сейчас твердо решившие, что медицина – это их путь. Все они учатся в медицинских классах, и каждый мечтает овладеть хирургической специальностью. Ну, в 7 лет у меня умер дедушка от рака лимфатической системы, и это, возможно, как-то повлияло на меня. И я вот в течение всей моей жизни стремлюсь к этому и хочу, может быть, в его честь как-то спасать других людей. Школьники, приехавшие в этот день в учебную операционную РязГМУ, вместе с родителями прослушали лекцию о роли VetLab в совершенствовании хирурга и отправились в операционный блок. Наверное, вот надо начинать уже с первых самых месяцев, чтобы дети окунулись в это, посмотрели все это изнутри, не только по каким-то слухам, по телевизионным передачам, по интернету, а действительно оказались вот
с собой этой кухни и увидели все это своими глазами и, может быть, попробовали что-то своими руками. Для школьников провели мастер-класс по формированию лапароскопических умений на симуляторах. После этого дали возможность самим выполнить коагуляцию сосудов под руководством хирургической бригады. Одна из долгожительниц Рязани отметила свой юбилей. Ольге Дмитриевне, которая родилась 19 ноября, исполнилось 100 лет. За прошедший век у нее появилось две дочери, четверо внуков, семеро правнуков и одна правнучка. Поздравления в день рождения женщина получала не только от своих родных и близких, но и от представителей власти. Кстати, несмотря на свое столетие, Ольга Жаринова не теряет любви к жизни, интересуется политикой, литературой и знает множество стихов наизусть. В свой столетний юбилей Ольга Дмитриевна вспоминает детские годы и рассказывает о том, как жилось в то время. Я знаю первые годы начала советской власти. Это было такой трудный и очень вредный. Это продразверстки были, и все там было. Тяжелое время было. И свои были плюсы. Был чистый воздух, хорошая вода, природа была не такая, как сейчас. В 1937 году наша героиня поступила в Рязанский педагогический институт. Государственный экзамен выпал на время начала войны. Под Рязанью были рвы, копали, чтобы оградить от немцев. В гор-роще, где сейчас вот тогда назывался Лен-поселок, были мотоциклисты-немцы. В годы Великой Отечественной войны Ольга Дмитриевна работала в радиокомитете, редактировала новостные материалы из районов Рязанской области. И я помню такой курьезный случай. В одном из районов была какая-то старая машинка. И вот там отсутствовала... буква «С». И вот в одной из передач, смотрю, прям напечатано, надо усилить разведение скотов. Нужно было. Ну, там, что это, что неправильное выражение, это не важно. А что «С» отсутствовало, и было разведение котов. Коллектив телекомпании «Город» поздравляет Ольгу Дмитриевну с юбилеем и желает крепкого здоровья. Не утихает ситуация с долгостроем в жилищном комплексе Дядьково. Полгода назад наша телекомпания освещала данную проблему. Власти обещали разобраться с ситуацией. Однако ВОЗ и ныне там. Заложниками этой проблемы оказались жители сразу 6 четырехэтажных домов. Здания не достраиваются, не вводятся в эксплуатацию, тогда как граждане продолжают ежемесячно выплачивать ипотеку за купленные 2 года назад квартиры. От безысходности рязанцы на днях выпустили клип о наболевшем в надежде быть услышанными. Для тех людей, кто может быть еще не в теме, хочу немного рассказать я о своей проблеме, о том, как можно оказаться в современном мире с огромной ипотекой, только без квартиры. Все начиналось, как у всех, довольно гладко. Идет застройка, документы вроде все в порядке. Да только дольщики наивные не понимают, что все их денежки в офшоры уплывают. А мама с папой обсуждали каждый вечер, как после переезда будут ужин, свечи. Снимать квартиру за 20-ку больше не придется. А с ипотекой потихоньку папа разберется. Живем без прописки с ребенком. Надоело ждать свое жилье. Снимаем квартиру. Никакой ни помощи ни от кого дождаться не можем. И куда обращаемся, везде обвиняют, что мы во всем виноваты, что не наняли юристов. Обращались в прокуратуру, милицию, в УПЭП, в администрацию города, в Рязанской области, в Министерство строительства. И везде получали одни отказы. Платим ипотеку, снимаем жилье и еще растим ребенка. Да, мы купили жилье, когда я еще была беременна. Сейчас уже ребенку почти 2 года.
жить негде еще. Это пусто. Одни обещания. Мы просим помощи у администрации, чтобы они нам не обещали, а делали. Я скажу, хочу домой замерз. На данный момент это все новости. Следите за новостями на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения и крепкого здоровья. До свидания.